25 июня 2011 года президент России Дмитрий Медведев в Казани принял участие в национальном празднике Сабантуй. Глава государства побывал в Березовой роще поселка Мирный. Здесь, на центральном Майдане, развернулось театрализованное представление «Сабантуй Уеннары». Это один из наиболее ярких и запоминающихся праздников вообще в нашей стране. И прекрасный праздник Татарстана, который в то же время празднуют во многих других регионах нашего государства. Открыли Сабантуй красочные миниатюры с участием сотен артистов. Среди них танцоры, певцы, кураисты, баянисты, гармонисты. На праздничном Майдане были развернуты импровизированные деревенские избы, демонстрирующие быт, традиции, кухню татарского народа. Осмотрел Дмитрий Медведев и площадки, где были представлены национальные ремесла и промыслы, в том числе импровизированную кузницу. Кузнец предложил президенту России выступить подмастерьем и выковать подкову. Именно эту подкову и выкованный герб Казани и вручили Дмитрию Медведеву в качестве памятного сувенира.